Всем привет! Сегодня у нас масленица. На улице, кстати, где-то плюс один, плюс три. Погодка нормальная. И мы едем праздновать в масленицу в село Воронежской области. Вот мы уже и выехали, заехали на заправочку. Сейчас заправляемся, заезжаем за моей сестрой с мужем. И в путь около 55 километров нам ехать. Ну, вроде на улице не скользко. Погодка плюсовая. Должны доехать быстро. Сейчас время 11:30. Нам нужно быть в час, в 13:00. Там уже начнется все мероприятие. С 13:00 до 15:00 будет идти. Должны быть блины, конкурсы, представления, сжигание чучел и так далее. Точно не могу сказать, что будет, уже узнаем там. Я думаю, должно быть весело на таких мероприятиях. Мы ни разу не были, точнее, были, ну, в городе, в парках. Это происходит не так, как в селе. В общем, все увидим там. Осталось буквально полтора часа. Вот Давид заправил машинку. Тоже раздевается. Курточки снимаем, потому что в машине сейчас будет очень тепло. И в путь. Вон сколько рыбаков, наверное, сидят. А что они все в одном месте? Чтоб, если что, друг друга спасать, лед тоже, наверное, тает. Туман еще. Значит, там ловится хорошо. Прямо много там уже площадь. Хотя вот по одному тоже сидят. Ну вот мы и добрались. Вот такой вот старинный театр в селе Никольское. Там уже все подготовлено под масленицу. И сейчас приедут все к 13:00 и начнется масленица. Тут, наверное, какая-то речка течет. А тут у нас вот колодец. Какое огромное дерево. Так, это у нас, да, это усадьба. Ну что, идем на масленицу? Можно на санях покататься, на каких-то самодельных. Вот тот самоварчик. Можно купить всякие поделки. Вязаные игрушки. И у нас стоит в конце нашей сцены шляпа волшебная. Кому не жалко на Никольский театр, положите копеечку. Вот мы и сфоткались в фотозоне матрешки. Тут даже есть вот скворечник. Танцульки. Чучело жесть будут? Да, я думаю, да. Я думала, оно больше. Симпатичное такое чучело. Вот такие масленичные забавы. Уши тесто звенит, печка жаром дышит, начинает печь блины, пальчики оближешь, наши русские блины просто объедение. Со сметаной, с икрой, с маслом и вареньем, почитай ты весь народ. Yeah.
осторожного. 4, 5. Только не упрыгай, смотри. Молодцы, Лиза у нас получает приз. Так, а поощрительный чупа-чупсик нам. Вот чупа-чупс наш. У нас чайная пауза, тут гляньте, мед есть. Давай, ко мне, мой хороший. Мы тут бегаем в карусель. Вот. А, я запуталась. Раз, считай, смотрите. 2, 3, 4, 5, 6, 7. А там гири 8, держат. 9, а, вот что делать. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Молодец. 16, 17, 18, 19, 20. Бурные аплодисменты. 21, 22. Молодец, Георгий. Нет одной, только 22 раза. Ждем следующего участника. Кто у нас? Ну, пожалуйста. 40. Еще. 41. Женька хочет еще. 42. 43. 44. 45. 46. 47, 48, 49, 50, 51, Жень, 51. Я волшебница, красавица, зима, я смеюсь и радуюсь, счастливая сама, сама. Сердце, держи, хороший мой, держи. Наелись блинов с малиновым вареньем, чай травяной. Все очень вкусно. Тепло на улице, красота. Итак, приготовились. Простите! Юра! Саша! 4, 3, 2, 1, поехали! Это правда так позволяется. Итак, кто у нас побеждает? Мы! Какая команда? Мы! Молодцы! Всем спасибо! Победила дружба! Ура! Вот, уехала масленица. Сейчас чучело сожжем и будет видно. Люди туда пошли садить. Вам, люди, дорогие, хорошие, спасибо за сегодняшний праздник. Yeah.
Общее фото. Вот шляпу можно положить, кого сколько не жалко, на развитие театра. Шляпа убегает! Леха охотится за шляпой. Чучело, теперь к нам просто обязана прийти весна. Кстати, тут есть туалет и фотозона. Также можно купить какие-то приколёшечки. Вот и подошла к концу праздничная программа. Блины поели, чай вкусный попили, потанцевали, попели. Масленицу проводили и чучело сожгли. Значит, к нам просто обязана прийти весна, растаять вот этот вот весь снег. Наконец-то раз все кругом должно расцвести, позеленеть трава и прийти настоящая весна. Если понравилось наше видео, ставьте нам лайк, подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч. Всем пока!